Всем привет, ребята! Цена Redmi Note 8 Pro раскрыта до анонса и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! За несколько дней до презентации Redmi Note 8 Pro практически вся информация о смартфоне уже известна, но цена гаджета до сих пор не была объявлена. Индийский инсайдер Мукул Шарма решил исправить эту недоработку и опубликовал одну из ключевых характеристик аппарата в своем твиттер-блоге. Появились в сети и новые живые фото устройства в необычном цвете корпуса. Инсайдер Мукул Шарма опубликовал сравнительную таблицу характеристик моделей Note 7 Pro и Note 8 Pro. Помимо спецификации, он сравнил и цены гаджетов. По имеющейся информации, новинка обойдется покупателю в сумму около $251. Цена базовой версии гаджета под названием Note 8 предположительно составит $140, что очень вкусненько. Redmi Note 8 Pro будет построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio G90T, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 4500 мАч, 64-мегапиксельную камеру и модуль NFC. В интернете также появились новые живые снимки устройства в белом цвете корпуса с градиентом. Продолжают публиковаться в сети и развлекательные рекламные ролики, главным героем которой становится готовящийся к релизу смартфон. В последнем таком видео спортсмен-тяжеловес совершает рывок со штангой, стоя на двух Redmi Note 8. Redmi TV， 这里是四射小金刚极限生存运动会90公斤级举重比赛现场，6400号选手信心满满。好，我们两台四射小金刚放置标准位置。好，双脚落位，准备，让我们拭目以待。起，漂亮，漂亮，成功了。让我们看小金刚表现。耶，小金刚完好无损，四射小金刚品质杠杠的。Вслед за изображением стандартной упаковки гаджета был рассекречен и дизайн коробок лимитированной серии Note 8 Pro в стилистике игры World of Warcraft. Судя по изображениям, они будут отделаны кожей или имитирующей ее материалом. О какой именно версии игры для смартфонов идет речь, производители по-прежнему не уточняют. Презентация Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro и первого телевизора бренда состоится 29 августа. Ну что же, ребята, ждем эти замечательные смартфоны. На мой взгляд, действительно, компания Xiaomi делает народные смартфоны, линейка Redmi. А Redmi Note, это, можно сказать, такая улучшенная версия для игр. Ну что же, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!